Ну, по следующим приоритетам тогда я только приведу вам выдержку из Аристотеля, если говорить об экономическом приоритете. Пушкин, помните, он тоже об этом говорит, он по всем приоритетам говорит достаточно четко и однозначно. По экономическому приоритету у Пушкина что сказано? Значит, во-первых, у него есть вот такая сцена. «И дали мы пошли, и страх обнял меня. Бесенок, под себя поджав свое копыто, крутил ростовщика у адского огня. Горячий капал жир в копченое корыто, и лопал на огне печеный ростовщик. А я, поведай мне, в сей казни что сокрыто? Вергилий мне, мой сын, в сей казни смысл велик. Всегда стяжание, имев одно в предмете, жир должников сосал сей злой старик, и их крутил безжалостно на вашем свете». Вот. И у Пушкина, конечно, проблемам экономики, ну, достаточно такие серьезные, краткие афоризмы есть, помните его определение. «И был глубокий эконом», а дальше расшифровывает, «то есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет». Вот это, если перефразировать Пушкина, тогда золото, сейчас доллары. «Не нужно доллара ему, когда простой продукт имеет». Вот если Пушкина перевести на сегодняшний язык. К сожалению, вот эта фраза Пушкина, она не до конца понята сегодня. Ну и вот Аристотель очень четко говорит по этому поводу, я вот здесь вам просто эту выдержку из Аристотеля даю. Он говорит: «С полным основанием вызывает ненависть ростовщичество, так как оно делает сами денежные знаки предметом собственности, которые таким образом утрачивают то свое назначение, ради которого они были созданы, ведь они возникли ради миновой торговли, взимание же процентов ведет к росту денег. Как дети походят на своих родителей, так и проценты являются денежными знаками, произошедшими от денежных же знаков. Этот род наживы оказывается по преимуществу противным природе». Но это вопрос не экономики, это вопрос нравственности. Вот Аристотель понимал, что это чуждо человеческой природе, когда один работает, а второй, как бы так сказать, ничего не делая, куда-то деньги положил, потом у него их стало больше. Вот такая самовозрастающая стоимость. Это как раз то, что сегодня и создает все сложности и в нашей экономике. Потому что когда деньги порождают сами, порождают деньги, то это не та нравственность. Библия это дело, наоборот, говорит об этом как об инструменте управления. Из книги «Второзакония», если выдержку приводить, она звучит так: «И будешь давать взаймы многим», как инструкция, «и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господствовать над многими народами, они над тобой господствовать не будут». И напротив, Коран, если берете суру 2, аят 275, то он рассматривает предоставление денег под процент как самый страшный грех. То есть по Корану, если вы дали кому-то 100 рублей, а назад получили 101, то значит рубль вы украли. А звучит эта сура так, вот 275 аят: «Те, которые берут лихву», это вот процент, «те, которые берут лихву, восстанут в судный день, как восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца. Это им за то, что они говорили воистину торговля, то же, что и лихва. Но торговлю Аллах дозволил, а лихву запретил. Если к кому-либо из ростовщиков придет увещевание от Аллаха, и он поступит согласно этому увещеванию, то ему простятся его прежние грехи». В Англии в свое время предоставление денег под процент каралось смертной казнью. Отмена запретов на предоставление денег под процент в Англии – это 1854 год, не так и давно это было. Вот, поэтому экономический приоритет, вот если вы помните, это важнейший приоритет, управление реализуется вот через кредитно-финансовую систему и через деньги. Ну а дальше идеологически мы об этом уже говорили. И, кстати, вот если вы почитаете конец, ну, в общем, не буду даже детали раскрывать, я уже об этом говорил, что действительно образы формируют потом реальную жизнь. И это очень важно понимать на уровне идеологии. История работает так, что кто управляет прошлым, тот формирует будущее. То есть вот как растение из корней растет, так и вот в зависимости от того, как вы свою историю понимаете, такое будущее вы получите. А алгоритмика такая, это американский историк Вульф
тот, кто переписывает прошлое, тот управляет будущим. А кто владеет настоящим, тот всевластен над прошлым. Поэтому, если посмотреть на историю, история всегда пишется исключительно под действующую власть, чтобы власть могла оправдать свои действия и поступки. Всегда так было и никогда по-другому не делалось. Вот появляется некая власть, она переписывает историю так, чтобы оправдать все то, что делает она. Вот здесь алгоритмика всегда общая. Ну и мировоззренческий приоритет, помните, там самый главный. Это вот, допустим, если вы побываете в Индии или в Южноафриканской республике, то там есть так называемые little people, маленькие люди. Это люди, которые, у которых нет ни работы, ни места жительства, ни паспорта, они нигде не учтены, живут как скот. В ЮАР вот едешь там к аэропорту, и вот сколько глаз видит, везде вот копошатся. Кто-то под фанеркой, кто-то там от солнышка там брезент натянут. Вот, это little people. И они живут так, и они всем довольны. У них мировоззрение маленьких людей. Они покорены на мировоззренческом уровне и даже не думают об изменении своего образа жизни. И наоборот, в Швейцарии были встречи, когда люди не считают, наоборот, нас с вами за людей, когда им говорят, что ну вот вы понимаете все эти глобальные схемы управления человечеством, что у вас никогда не возникало желания, ну хотя бы из-за удовлетворения чувства собственных амбиций, ну выйти там на телевидение и рассказать что-то, чтобы ну показать себя, вот, на что был ответ, а у вас дома есть собака? Есть. А у вас было когда-то желание перед своей собакой вот проявить свои таланты, свой ум? Ну, не было. Вот и у нас не возникает. Вот что значит мировоззренческий приоритет. Вот это и есть. Вот понимание этих вещей, оно и формирует безопасность как каждого человека в отдельности, так и общества в целом. Если общество не понимает вот механизмы реального управления на уровне концептуальной власти, механизмы реального влияния вот с помощью этих шести управленческих приоритетов, то тогда общество оказывается, ну, по сути, угнетенным, хотя делается это в обход сознания. Ну вот я тогда на этом закончу, и тогда мы лучше перейдем к вопросам.